Всем привет, друзья! С вами Бобби Джон. Сейчас я буду мыть голову. Голову я не мыл примерно пару дней. Так, шампунь буду использовать детский, ушастый нянь с ромашкой. Вот такой вот. Ну что, начинаем мытье. Включаем теплую воду. Холодная идет пока. Ждем, пока будет теплая. Вообще, наверное, горячая сейчас, но она пока что теплая. Холодная, потом теплее, теплее. Чуть-чуть теплее делаем. Просто зима, и поэтому она медленно становится горячей. Все нормально. Чуть-чуть. Начинаем вот так вот массировать волосы. Главное, с мокрым. Вот так подвину, вот вода наполняется, брызгает. Берем шампунь, понемногу вот так вот стираем. Спермим. Еще. Челку теперь. Левый висок. Правый висок теперь. Короче, подбираем количество шампуня. В таком количестве, чтобы была пена. Ну, хотя есть шампунь без пены, то есть сульфатная, но все равно. Ну, как бы, чтобы нормальное количество шампуня было для волос. Если будет мало, то это будет хуже, конечно. Я думаю, лучше переборщить. Чуть-чуть больше шампуня нанести, чем меньше. То есть вот, чтобы волосы в шампуне были. Даже можно не чуть-чуть больше, а значительно больше нанести, чтобы хорошо их промыть. Ну, короче, сами поймете. Нормальное количество наносим и все. Стараемся именно кожу головы массировать пальцами вот так вот. Не со всей дури давить, а так вот массировать слегка. Под небольшим усилием. Подушечками пальца массируем. Вот тут белок вот так вот можно под волосы дойти. Так вот, где виски, сзади, такие движения можно сделать. Хорошо моется моя головка. Вот такие движения.
Идут проборы. Легко убрать вот так. Шею так помоем. Уши. Резинцем моем. Вообще не чистите ватными палочками лучше, потому что сера там будет стоять и будут серные пробки. Так, мизинцем души, когда моете, мизинцем так как достанете, так и достанете. Вот так вот моете и все. А лишний остаток серы он потом как-то сам выводится там ушами. Нормально, короче. Шею так помоем. Бороду потом. Подмышки немного. И смываем. Вот я потом буду ролик записывать мы отдельно. Ну все, думаю, все, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч.